Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня 1 апреля. Ну как не разыграть друга, мужа, жену? Есть один очень интересный розыгрыш с шуточным вирусом на компьютере. Давайте я вам покажу. Поехали. На рабочем столе компьютера кликаем правой кнопкой мыши. В выпавшем окне выбираем «Создать текстовый документ». Прописываем в нем английскими маленькими буквами «Старт», «Пробел», «Процент 0», «Пробел» и снова «Проценты 0». Далее кликаем на кнопку «Файл», «Сохранить как». Выбираем, куда будем сохранять. Я выберу «Загрузки». В строке «Имя файла» прописываю без пробелов английскими буквами virus.bat. Сохраняем. Закрываем документ. Удаляем его. Иду в «Загрузки» и вот наш сохраненный файл. Дважды по нему кликаю. Все, процесс пошел. Эти окна теперь будут открываться бесконечно, чем потребуют нервишки вашим друзьям. Чтобы остановить процесс, нужно нажать одновременно две клавиши Alt и F4. Процесс остановлен. Внизу на панели задач правой кнопкой мыши кликаем по черной иконке командной строки. Откроется окно, где кликаем по строке «Закрыть все окна». Вот такой пранк. Кстати, этой шуткой можете показать, какой вы типа крутой хакер. И заработаете у мужа шоколадку, а у жены вполне возможно и сковородки по голове. А на этом все. Если это видео вам показалось интересным, то пожалуйста поставьте лайк. А с вами ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.